понять не сможешь, что ты значишь для меня. Пойдем. Наверху покажу тебе. Покажу тебе. Хочешь посмотреть? Очень хочу. Пошли. Там так классно, витражные окна. Очень красиво. У нас тут экскурсии даже водят. Так что я тебе тоже покажу. А какой у тебя рост? 1,63 м. Классно. Значит, ты ниже меня на сколько-то сантиметров. Или я. Ай, или я выше тебя на несколько. Вот, смотри, какие витражные окна. Как ты будешь со своей ногой? Давай запрыгивай. Буду так хромать. Видишь? А как цветочки, интересно, называются? Лилии? Похоже на лилии, да? Смотри, какой вид. И солнышко. Видишь крыши домов? Как красиво. Просто сказка. Нравится? Да, по стене вот этот. Плющ? Плющ. Да, офигенный. И ангел мой, видишь, каменный. Это же ангел. Из кирпичей. Видишь, из кирпичей подняться. Ангел. Видишь ангела? Вижу. Ну что, пойдем? Пойдем. Там ниже тоже, по-моему, есть витражные окна. Пошли посмотрим. С 904 года. Дом 904 года? Да. А потом в 905 была революция. Вот, смотри, тут розы. Походу. Красота! Уцелел, конечно. Ничего тут не восстанавливали. Тут все еще с тех времен. Смотри, какая тумбочка. Надо тебе в ковров? Если надо, забирай. Тащи. А тут смотри, какие цветочки. Каблук кто-то потерял. Это что за цветочки? Такие же, как там. Нет. Там розочки были, а вверху лилии, а здесь какие-то ноготки или что это? Нет, они все разные. О, это наш этаж, видишь? А здесь у нас уже нет, здесь меняли стекла. А раньше, говорит Евгения Павловна, были здесь еще 10 лет назад. Витражные окна, тоже тут было что-то нарисовано. Гвоздики или что-то, не знаю. Забирай вещи твои. Кира, это... Налегке? Да, я все, что могла, я тут оставила. Раньше с казачешником. Забыла. Привет, Петербург! Сейчас самый классный свет. Да, еще даже солнышко видно. Видишь, вон там на верхушках домов. Красота. Очень красиво. Вот там смотри, как солнышко. Видишь? Привет, Петербург! Давай я добегу, выйдешь. Давай, беги. Побежала. Вот такая вот прикольная Наталка. Добрый вечер, мои любимые. Мы идем прогуляться. Нога реально, сегодня много уже находились. Не все снимала. Там и в магазин ходили, и в банк, и еще так просто гуляли. Прибежала. Молодец, ты прям за секундочку сбегала. Умница. А там видела, какая морда? Видишь? Зубастая. Тара, 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 тара,
Смотри, какой мотоцикл. Всегда такой хотела. Поехали. Давай, садись. Садись, быстро. Залазь. А тут смотри, какой. Утеночек. Сус. Класс. По-арабски сус значит цыпленок. Я своего малого всегда называла сус, сусик, цыпленок. Его же зовут Соломон, а по-русски Степан. А я на него всегда говорила сусик, сус. Хостел релакс. Ага, хостел релакс. Заводной апельсин. Заводной апельсин. Дон, Хиль, зеленые штаны. Это у нас тут театр камерный Малышицкого. Вот, а тут смотри, сколько всего. В понедельник, 1 числа. Заводной апельсин, потом вечера на хуторе, потом черное-белое, квартира, герб города и так далее, и так далее, и так далее. Тут у нас вселяются, переселяются. Завтра привезут мое кресло. Наконец-то я буду сидеть нормально. Смотри, как эти повырастали. Я их не видела полгода. Да. Как назывался? Колиус Блюма. Это? Да. Колиус Блюма. Что бы я без тебя делала? Я бы не знала, как называется. А вот это как называется? Бархатцы? Да. Мне какая-то девушка написала, что это называются бархатцы. Красивые, да? Вот про Блюму я точно забуду, как называется. Смотри, какой бархатец красивый. Видишь? Очень просто волшебный. Ладно, надо дохрамывать. А этот какой, смотри. Вообще сказка. Чего я так цветы стала любить? Значит, взрослею. Раньше вообще на цветы внимания не обращала, знаешь? А сейчас просто любуюсь. Вообще такой красивый Петербург вечерний, все такое, солнышки, в фонариках, очень классно, тепло, ни ветра, ничего. Есть легкий ветерочек, а там какое небо красивое, видела? Снимай, Люся. Не хочет снимать небо. Давай. Ну давай. Ну ладно, не хочет. Ну не хочет так. А тут смотри, сколько бархатцев. Красивущие. Ой, колокольчики. Класс, да? Я тебе прям экскурсию устроила по бархатцам. Собачка. Собачка. United Butchers пивоварня. Пивоварня мясной. Что-то я в этом самом, в Дивноморске разучилась ходить в наушниках, знаешь? Я постоянно ходила в наушниках всегда в Питере, потому что холодно, так ушки греет и удобно музычку слушаешь, так? А потом там от жары, когда в наушниках все время потеет. И уши, и голова, и волосы, и все. Вот. И поэтому не носила полгода. А теперь понимаю, что надо начинать опять носить. Это мы с тобой вышли на этого, на Некрасова. Это улица Некрасова, видишь? Там вот храм. Да, это дядечка мне там. А там грузинский ресторан, все, что я показывала. Пузата хата, все. Красный свет. Стоим. А для них зеленый, а для нас красный. Красиво. Там проезжая часть. Ага. Да. Или может это дедушка, но он как малой сохранил. Да, много так. Да. Пенсионерок сзади эти пионерки. И не узнаешь. Пошли.
Это видишь, Некрасова? Некрасова. Тут на улице столики поставили. Ничего себе, раньше не было. Что? Раньше не было столиков тут на улице. А здесь было этот самый, а сейчас смотри, что. Табак. Да, очень. Красивущие. И тут, и там. Классно. Вообще так атмосферно, да? Нравится тебе в Питере? Нравится. Нравится? Очень нравится. Ну, класс. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Смотри, какие цвета. Тут шоколадный прям такой, а там такой бежевый, а там вообще другой, не такой цвет, как здесь. Тут с розовым прям. И золотая осень. Видишь, какие деревья обалденные. Так спокойно, да? Вообще классно. Обожаю эту улицу. Она моя любимая. Прям Венеция. А запах какой чувствуешь? Обалдеть. Красиво так листочки под ногами. Пахнет листочками. Очень классно. А тут детский садик. Там на окнах, смотри, как нарисовано все, видишь? И солнышки, и цветочки, и птички, чего только. Как говорит Флорида Ялта. Ну, малявка какая. С папочкой. С папочкой бежи. Ходила я к Ниночке в гости, я же вам не рассказывала, мои любимые. Проведывала Ниночку. Она вам всем привет передавала. Все у нее хорошо. Она сейчас занята немного, продает землю где-то под Питером, в Гатчине, сказала. Там у нее дом летом сгорел. Она продает участок. Вот. И говорит, сейчас немного занята, постоянно там. Редко бываю здесь дома. А здесь ремонтируют. Все перерыли экскаватором. Вот так вот. Все разгребли. Перерыли. Тоже дома какие красивые. Моя Венеция. Везде листочки. Желтенькие. Магазинчик открыли новый. Верхние одежды, шляпы, сумки. Ага. Не там искали. А там, смотри, внизу сидят. Переводи, Натаха. Переводи, что говорит? Что говорит? Ага. Ничего не понимаю. Мы вообще в России? Да. Да, и там инопланетяне порисовали все. Ага. А это, по-моему, Солдатский переулок называется. Я не помню, я раньше его снимала. Тут дома старые-старые. Да, Солдатский. Как я еще помню? Ну, у меня память гениальная. Все помню, что не надо.
А что надо? Ничего не помню. Конфетки. Сердечком. А эти кружатся с листочками. Подсолнухи. Там конфеток целая это самое. Бармиль. Как по-русски? Не знаю. Бармиль. Это значит так, емкость такая большая. По-арабски бармиль называется. Прикинь, мы уже дошли. В общем, я дохромала уже до этого, до Жуковского. Это улица Жуковского, вот это там. Вот этот мой розовый дом любимый. Смотри, там вверху как красиво, как ангел. Видишь? И круглое окно, мне это так нравится. А тут новодел какой-то. Переводи, что говорит? Пришли. Все, спасибо. Спасибо, до свидания. Смотрите, там стоит. Рекламку дают. О, спасибо. Суши, как мы хотели. Хочешь суши? Суши. Как мы хотели. Да. Я обожранный лично. Я тоже объела обычное. Там... Ну, бумажечка пригодится. Вдруг потом захотим. Сохрани бумажечку. Смотри, какие тут лягушечки. И кошечки. Видишь? И лягушечки. И кошечки. Красиво. А тут летучие мыши. Очень в тему. Что? Окошечки. А. Ну да. Ну да, ну да. А там что-то делают. Тут этот самый салон или что там, не знаю, не видно мне. Да, салон. Красиво, когда так вечер, да? Очень. А там интересно, на чердаке кто-то живет, видно, что нет. Кухни продают. Там только детские товары такие. Видишь, тут кухни продают. Тебе надо кухни? Забирай. А тут арка, смотри, как в этом, как в Одессе. Красота. О, малые, смотри, петерчане. Алоэ. Алоэ. Я все время вспоминаю алоэ. Смотрела как-то «Вечное лето» Саша и Света. И Саша там говорил алоэ. Алоэ. Как будто завис на этом слове. Я теперь все время, когда вижу написано алоэ, всегда ржу. Алоэ. Так вот мы вышли прогуляться. Сейчас еще в Дикси зайдем. Какая там люстра и лепнина на потолке. Смотри. Круто, да? Жаль, что не очень видно, потому что отсвечивает. Но я не буду увеличивать. А там вон тоже лепнина.
На потолке тоже плохо видно. Ну, глазками хорошо видно, а на видео плохо. Ну, пройдем. Красиво. Очень. Ауди опять преследует нас. Наташа. Цветочки. Чучечка понесла. Цветочки красивые. Можно самокат взять покататься. Хочешь? Можно самокат взять покататься. Хочешь? А? У тебя есть приложение самокат? Нет. Можно закачать. Такая у нас прогулочка. Наверное, видео уже закончилось. Так что пока, мои любимые. Очень-очень любим вас. Всем пока!